давайте. Я вот сегодня ночью написал песню, ну, давайте я ее вторым номером прочитаю. А прочитаю на день рождения Евтушенко. Ему было недавно 76 лет исполнилось. Евтушенко любит повторять: я поэт для нормальных людей. А я для кого? Поэт, блядь! Для евтушенковских блядей? Евтушенковские бляди, Евтушенко в глаза не глядя, его вялый орган глядя, за деньги слушают стихи, стихи вываливаются и падают из голливудской челюсти поэта. Евтушенко такое нравится, это нормально во время миньета. Евтушенко кончить не может, ему сегодня 76! В возрасте вообще не ебутся! Шестидесятники, знайте честь! Это такое, на день рождения Евтушенко. Своем пении. Спасибо, я, конечно, не хочу таких аплодисментов. Но придется. Сейчас я найду эту песню, я ночью сегодня написал. А, у меня двусторонняя печать. Вот. Так, вот, так. Так, блядь. Все, вот. Куплет, припев, куплет, припев. Пикассо рисовал совсем не проституток. Он за Диви страдал, что в Авиньоне утром должны тянуть пизду заради хлеба неба и отдавать им сду каким-то недоебам. Пикассо, Пикассо, Пикассо проститутки. Пикассо, Пикассо, Пикассо проститутки. Пикассо, Пикассо, Пикассо проститутки. Пикассо, Пикассо, Пикассо проститутки. А я говорил, люблю тебя и все. И ты ей так скажи, и глядь, уже сосет. Два слова о любви, два выстрела в лицо. Лояла, знать был прав, люблю тебя, и все. Лояла, я люблю тебя, Лояла, я люблю тебя. Лояла, я люблю тебя, люблю тебя, Лояла. Лояла, я люблю тебя, Лояла, я люблю тебя. Лояла, я люблю тебя, люблю тебя, Лояла. И еще продолжение песни сейчас. Лояла, так вот. Извините. Мы были в суши-баре, ты заказал мне суп, но оказался после со мною слишком груб. Мы были в ночном клубе, ты заказал коктейль, но он не дал мне толком выпить и затащил в постель. Не буду, не буду ходить я по барам и по клубам. На фабрику, на фабрику, на фабрику пойду. И умного, хорошего, рабочего найду. И умного, красивого, рабочего найду. Такая песня. Вот сейчас стихотворение, наверное, да, и все. Сейчас на песню еще. Я поэт песни. Сегодня, кстати, 29 лет со дня смерти Высоцкого. Давайте все его помянем. Секунды молчания. Все, вот последнее стихотворение, все. Сейчас найду. Простите, сейчас. И все. С улицы, где недостроенный бассейн, кратером несдержанных излияний, вливайся в рейв бессознательного, посуху, акипомолю, стробоскопами говоришь, дырочки в целостности говоришь. Плыви, детка, в носу прищепка, рот не открывай, наглотаешься спермопрыщавых суворовцев, соглядатаев наивных, жил по лжи, ох, и грохнет красная дорожка на полкорпуса, всего на полкорпуса, постоянно апдейт опять за того парня по свистку. Мните, милые, мните свои резиновые шапочки, но помните, деформируя волокна растяжимости полнёхоньки, между большим и средним вьетнамский герб ахиллесовой пяточки сверкают, и звук этот хлюпающий звук. Здесь должны быть душевые кабинки, запотевшее стекло, шалоглазая халяцкая проститутка, выучившая разговор на английский и немецкий, волосы цвета августовской жрелой пшеницы. Petit blonde, chin swallows your cook. Я больше никогда не буду искренним, потому что не знаю, что это значит, говорит Маготин после того, как увидел себя на экране, выебанным в два хуя. Я за ощущение души при половом грубейшем акте, говорит Чарли Чаплин в отзыве на рекламу электромагнитного аппарата для личного полового отправления антисексу. Искусственное дыхание, рот в рот, это искусство на
оборот. Нет ничего интимнее анонимной речи. Жми же, жизнь рушится, заткнулся бы ты уже, а? Обнаруживай несущественно сущего. Кафель такой белый-белый, тиски истины заботливо смазаны, а тот парень еще хуячит, разгоняя твое замедленное кровавое обращение. Какой незаметный кровавый режим, выветренная порода в пустыне. Не достроили, значит, бассейн. Слышишь, это вертолетный крестный ход. Слышишь, эти стихи никому ничего не должны. Разве это стихи? Слышишь, а ты должен. Спасибо. Ну, после ромов всегда сложно считать. Очки. Очки. Очки.